Они никаких оффрингов не закинули. Напомни-то мы не забудем, заметишь ли ты. Ну, если весь чат будет вспомнить, вспомни, наверное. Отличная идея для разрабов — сделать платные пакеты бустов скорости заполнения лобби. Неплохо, кстати, да. Чё, у нас яма? Окей. Нифига себе, два генера здесь, четыре там. Ну, три здесь, четыре там. Я не успею к тем, наверное. Не, не успею. Они еще генер тут вдвоем чинят. О, братан, ты что вообще делаешь? Ай, ну конечно, я идиот. Ее за тебя когда она не накопилась. Вот я их отпустил. Кажется, нет. Кажется. И на этом все. Скорость такая же, как у других маньяков, скорость такая же, как у Хаги. Билка сразу закончилась, потому что на меня скинули доску, да? Вон там два сурвов чинили гейнер. Ха. Стоп, я же их должен сейчас видеть. Нет? Ага. Это работает только после того, как... Ты хитнул и не спала билка, да? Интересно, то есть если тебя, например, не застанили, как меня. Я серьезно не успел целый палет-луп пробежать на полной скорости, забавно. Восстановилась, бежим за этим. Тем привет. Успел. Хорошего стрима тебе. Как тебе такая идея? Для выжившего берешь перки, камушек и жетон. Домен, спасибо за донатик. Donation accepted. Ой, по-моему, мемента, да, доступно. Камешек и жетоны. Да. И доска не сломалась, да. Но доски... Они ломаются только после того, как ты хитнул. Я понял, как это работает. Да. Yeah.
То есть вот за этим я во время вот этого Blood Rush'а, я не знаю, как его назвать. То есть вот сейчас бы я за ним бежал, да? Если бы он скинул доску, я бы ее перепрыгнул, она бы сломалась. То есть это вот вторая стадия его. Наверное. Там же написано, когда про, ну, когда заюзана обилка. Вот сейчас попробую, если я догоню его. Смотрите, прыгаем через доску. Она ломается. Ребят, зайдите на канал к Утке Шоу. Ему так не хватает зрителей. Ай, блин, забанили. Ну ладно. Маньяк антитоннельщик, ну да. Не. Не хватает времени так по карте бегать. Тия, привет. У нового мана два скина. Один женский, один мужской. Так и есть. Все верно. Ну, маньяка, два скина. Donation accepted, car, спасибо за $2. Я как раз играю за женский скин. Теперь мы отворачиваемся от него, и он падает. И кричит. Потому что механ, по сути, такой же, как у свинки. И вдвоем тут гейнер чинили. Прикольно. Блин, мне нравятся вот эти вот гейнеры, которые желтым подсвечиваются, когда два сурва их чинят. Это очень сильно позволяет карту контролить. Это очень сильно контролит карту. Беги, Иисус! Нет! Иисус! Нихера, она... Спасла, но почти умерла, потому что я ее ножом тыкнул.
И пришлось себя хилять сейчас здесь, прям здесь лег круто. И пришлось, да, я же ее отпустил. В таких случаях, возможно, кстати, проще отменить. В десяточку. 10 месть крон. Flames burning strong. Спасибо тебе огромное за ресап. Ой, я ее не вешал еще. Один момент. Ну, он там снебивал себе фаз, по идее. Еще челик, ну, очень громко кричит. Блин. Ну ладно. А, билка закончилась. Мяу. Фенг, чё, куда? Мементим его пока. Ой, в коробке. Этот интенсивный файт в коробке, о боже мой. А ты умираешь? Да нет, стоп. Ладно, так тоже можно. Ну, нормальный каточка, кстати, получился против челиков. Аддон забавный. Бипишек. Девилс на сфул у меня. 7000 всего. При том, что я постоянно бегал и хитовал. Вот рулетки аддон чекнули. Но против этого аддона легко будет играть, потому что если ты знаешь, что кого-то хитнули и появляется сразу радиус сердцебиения, ты знаешь, что скорее всего к тебе побегут на билке. Да, еще и момент поюзали. Прикольно. Окей, пойдем за сурва еще раз сыграем. Если подумать, а билка слабовата. Если сурв потерян, он начинает хилиться сам, да и все. Ну да. Но, при том, что... Абилка, знаете, почему хороша, в принципе? Абилка неплохая, потому что недавно понерфали самохил, и его теперь используют реже. То есть ты прибежал на этой абилке, ударил ножом сурва, отпустил, он раненый, все, пускай он раненый ходит. Возьми тонатку, они еще и дольше хиляться будут. И свинку еще вдобавок. А потом просто ходи и режь их уже живыми. Ну, когда они уже раненые, вернее.